Ой, он звонит. Алло, это кто? А зачем вы звоните? Звоните Зернова, это Егор Салаватов. Да. Можно ваших родителей пригласить? Их нету дома. Михаил Юрьевич, вы все ради админки, все ради привилегии в одной игре. Не плачь. Чувак, мне хана. Дорогие друзья, всем привет, с вами Седжи. Вы знаете, такая история сейчас приключилась. То, что, помните, у меня был выпуск, где там школьник звонит директору. Да, вот есть выпуск, сейчас вы, наверное, можете увидеть его на своих экранах. Да, кто это? Здравствуйте, Михаил Юрьевич! Здравствуйте! В жопу эту школу! Вы идите в жопу! Иди нахуй! И суть заключается в том, что школьник мне начал сейчас сказать, я же, как вы поняли, не удалил его из скайпа, он меня вроде удалил. Я не помню что-то, но он вроде сейчас начал мне писать то, что у него проблемы через школе. И что-то нужно мне сделать ради того, чтобы у него проблем этих не было. Типа что-то отговорить там кого-то. Я не знаю, что-то такое. Вот сейчас он мне в скайпе написал и ждет моего сигнала, чтобы я позвонил ему или написал, чтобы позвонил мне он. Естественно, уже здесь я. Уже я с программой для записи видео. Все, я уже снимаю на своем сервере. И сейчас я буду ему писать, чтобы он мне звонил, и мы будем снимать видео, о чем будет идти речь. Хочу вам сказать перед этим, то что я придумал такую тему. То что если на сервере будет одновременно играть 400 человек, 400 одновременно всем, кто находится на сервере на данный момент, дадим админку бесплатно. Админка, наша команда это сделает. Все это делается для чего? В целях обязательно поднять действительно человек на сервере, чтобы все играли, чтобы завлечь людей, чтобы люди играли, было интересно. И поэтому мы утрудняем задачу, чтобы играло 400 человек. Но, а сейчас мы ему будем давать сигнал. Только давайте я еще сначала звук включу, потому что что-то без звука гибло. Вот вы видите, да? Седжи стоит. Кто у нас здесь? Седжи. Похож? Похож? Похож. Сейчас, подождите. Теперь мы будем писать сейчас ему в скайпе. Где он у нас там? Сейчас. Звони теперь. Так, да. Ну, сейчас он будет нам звонить. Мы уже с ним общались. Мы уже его знаем с вами. Так, у меня тут микрофон вообще как? Нормально? О, звонит. Видите? Микрофон. Все, все, все. Ой, чувак. Да, привет, дружище. Слушай, блин, сейчас с тобой будет звонить директор. И чё? Ты мне вообще, я вообще не понял, что ты мне писал. Ты в скайпе писал, что я должен что-то там кому-то объяснить. Чего я должен объяснить кому? Да, можешь моему директору, пожалуйста, объяснить, что это была постановка ради админки? А то мама придет мне вообще пиздец. Какая постановка? Ну, что это было ради админки, все. Ради админки. Можешь ему объяснить? Директору школы объяснить то, что ты его послал ради, да, админки? Да, он сказал, что будет звонить сегодня. В школе даже из-за меня собрание собирали. Слушай, ну так я тебе дал привилегию за это, то, что ты его послал. Можешь ее забрать, у меня аккаунт спиздили. Я вообще тебе ничего не должен, на самом деле. То, что... Ну, пожалуйста. Ты вообще меня тогда удалил из скайпа, как бы. Я тебя не удалял. Ты меня послал и удалил из скайпа, если я не ошибаюсь. А сейчас ты меня добавляешь, и как только я сразу стал нужен, ты типа мне пишешь. Объясни. Ну пожалуйста, но ты же... мама придет, мне пиздец будет. Так он звонить кому будет? Он мне, он будет нам на домашний телефон звонить. Так он тебе будет звонить или родителям? Мне. Будет пиздец, мне, понимаешь? А тебе-то зачем ему звонить? Мне-то зачем ему звонить? Он мне сказал в школе, что будет мне звонить. Ну я понял, что он тебе будет звонить. Так а тебе ему зачем звонить? Он не будет с тобой разговаривать, наверное. Он... Я ему объясню, что мамы дома нету. Скажу, что это была постановка. Я... Ну, короче, чувак, пожалуйста, помоги. Я не знаю, что тебе сказать. Ты директора послал нахер, а я сейчас что-то помочь должен. Ну, пожалуйста, помоги, а то мне капец будет. Что мне сказать, скажи? Не знаю. Ой, он звонит. Алло, это кто? Директор. А зачем вы звоните?
дома, это Егор Саламатов? Да. Можно ваших родителей пригласить? Их нету дома. Не знаю. Да, Михаил Юрьевич, это была постановка, все ради админки. Все ради привилегии в одной игре. Ну, пожалуйста, простите меня. Не надо маму в школу, а то мне капец будет. Постановка. Чувак, скажи, что это была постановка. Я ничего не знаю, какая это была постановка. Я ничего не буду говорить. Я не приду в школу. Вот так вот, я боюсь вас. Ну а вдруг вы озвереете? Ну чувак, пожалуйста, объясни директору. Не, я не буду ничего объяснять. Ты сам провинился. Не плачь. Чувак, мне хана. Ну а зачем ты так себя вел? Ты ради админки готов был послать директора? Да. Ты чё, подожди, а ты чё, трубку бросил? Чё, куда делся директор? Он сказал, что мне завтра в школе, пипец. А чё ты трубку-то забросил? Ты же не договорился с ним. Да похуй на него! Нет, подожди, я считаю, что ты, если совершил такой поступок, то будь добр, за него отвечай. Нет, помоги! А чё тебе сделают родители? Чё такого-то? Мама, если узнает, то мне пиздец. Ну а ты зачем себя так вел-то? Я хотел админку, я не думал, что дойдет до этого, все. Ну ты, я не знаю. Я считаю то, что вот вас вообще очень много таких ребят, детей, так, школьников, которые ради админки готовы, не знаю, там, вообще не знаю, что угодно сделать, аморально, и директора послать. Я бы никогда не послал директора ради админки. Я считаю то, что... Я не думал, что все так будет. Ну надо же думать, вот опыт будет тебе. Я ни в чем не виноват. Ты сам написал тогда в чате, что ты пошлешь директор за админку. Я тебя не принуждал, ничего тебя не заставлял. Ты сам так захотел. Так ты понимаешь, у меня украли админку. Так а я здесь при чем, что у тебя админку украли? У тебя ее украли, а я в чем виноват? Я тебе ее выдал. Так верни мне. Тебе уже насрать на директора? Ты только сейчас мне говоришь, что тебе админка не нужна. Ты уже хочешь, чтобы тебе ее вернули? Мне похуй. На него и на всех, блять. А, ну ты знаешь, это уже твое ребячество, я здесь вообще ни при чем. Ты мне зачем писал тогда вообще? Ну бля, я думал, ты поможешь. Ты специально звонил мне в скайп, чтобы я как бы через скайп так в телефон сказал. Да. Ну извини, я не оправдал ожидания, да, извини. Я считаю то, что ты не должен тебе так поступать. Может быть, тебе будет уроком, тебе объяснят. Ну иди нахуй тогда, пидор обоссанный! Человек меня сбросил со скайпа. Вообще, у меня спорный вопрос в голове, я не знаю, что сделать. То есть, может быть, помочь ему, может объяснить то, что... Чё-то мне кажется, у него проблемы будут. Я не знаю, как поступать, но я не знаю! Я считаю, что себя так нельзя вести. Ради какой админки? Ради админки на сервере, ради этой обосранного владельца на сервере, так вот директора посылать? Зачем? Ну это же проблемы могут быть. Ну зачем? Ну будь
пусть уроком будет, пускай школьникам всем объяснят, там, собрание, не знаю, что так делать нельзя, может, так люди перестанут себя вести. Я не знаю, я не буду ничего говорить, я не заставлял, я не мучил, он сам проявил инициативу, желание, пусть делает, что хочет. Я занимаюсь тем, что отлавливаю гриферов, таких ребят, учу жизни, пытаюсь их проучить, вот и пусть его директор и проучит. Поэтому, дорогие друзья, если вы со мной согласны, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Но что-то у меня на душе скребет, то что парню будет плохо. Я не знаю, слышали ли вообще в телефоне, что что-то там кто-то говорил, директор. Но что-то я сам расстроился. Ребят, дорогие друзья, всем пока, ставьте лайки. И, ну, вы все поняли, короче. Буду думать, как я поступил. Всем пока.